Светаю я владею рощи, падаю донаты рекой. Выходю я в ламоду за обувью крутой. Короче, Самара. Самара есть город такой. Прекрасный город, один из самых красивых городов России. Ну, видишь, смотри, сзади это кто? Видишь сзади? Это кто сзади? Это моя фотка, смотря. Да. Просто сейчас ночь не видно. Потому что тут синхронизация с реальным временем и с реальными погодными условиями. Просто я, сука, у меня новый джойстик, я осваиваю. Тут не в самолете дело, а в джойстике, понимаешь, чучело? А! Как поменять изображение, чтобы я снаружи его смотрел? Энд клавиша. Базара ноль. О-хо-хо-хо-хо! Все, смотря. Вот это было. Все, я так просто вижу, какие органы управления задействованы в самолете по наружке. Самое основное, все, смотря. Это кто? Это я, Мишенька. Сапочек, смотря. Так все таки дедушка любимый. Да. Сколько стоит мадерка? Люблю. Братишечка, ну блин, ну ты мне тут вот каверзный вопрос такой задаешь. Сколько? Ну сегодня скидка, сегодня же день рождения, блин. 15, блин. 15. Сегодня 15, потому что день рождения. А так обычно будет дороже. А с райбана сколько снять стоит? 10. Нет, за 15. Места есть у меня. С парашютами на крыльях. Стоит по 1000 рублей. А все остальные вы уж меня простите. Места есть, сейчас свободно еще 10 мест по 1000 рублей. Кто хочет выжить любой ценой, короче. Бочку, давай поезжай 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 бочку. Вы должны понимать прекрасно, что я лечу заниматься сексом, блядь. А не на курорт. Валера, я там в первом классе сижу. О, я потратил всю стипендию. Я хочу улететь в Самару. Не важно, где главное вместо. Пам-пам-пам-пам-пам. Пу-пу! Пу-пу! Добро пожаловать! Пассажир первого класса, молитву оформи, пожалуйста, распечатайтесь на крыле самолета, пожалуйста, вот, пожалуйста. Сейчас я парашют достану ему. Давай, Пена, займись вопросом. Парашютик пасеку дай. Алло, пилот, это пассажиры первого класса. С нами таких летит на ВИП-место 3ЧТВ. Его бедненького укачало. Его вообще нахуй, посадить дайте ему внимание, чтобы сознание потерял. В окно его нахуй, выкиньте назад, чтобы его засосало в турбину. Уважаемые пассажиры, Шмашенко Валерий Ильич, я вынужден сказать, что мы падаем. Ну ничего страшного. Страшное будет сейчас, а дальше уже ничего не будет. И тут Пена выхватывает у меня микрофон. Я хочу пиццы. Да, вот. И вот это, значит, ничего страшного. Уважаемые привет, пассажиры. Привет, дедуль. А жмакуем подарком к билетику. Вы, прилагается. Говорится... Летит самолет. Ля пасеки! Вдруг улыбнется. Удачи. Это рамочка снова. Пенису на пиццу и Богдану на вино. Ни разу такого не было. И палкой надо стрелять. Спасибо. Да ладно, блин. Да ладно, ты чё? Летит самолет, да? И тут я, как капитан, замечаю, ну что-то идет не так. То есть самолет скоро упадет, и это чувство меня не покидает. Потому что на моей торпеде гирлянда, как на Вольсвегене, понял? Ну все в лампочках, в ошибках, короче. Вот. И тут я такой начинаю думать, а что это может быть? Спрашиваю второго капитана, что это может быть? Я не знаю, что это может быть. Главное то, что может не быть. Я могу выжить или не выжить. И если я выживу, то я пососу хуй. Базара ноль. Буду стараться как-нибудь довести тебя до точки Б. А мне мама еще даст денег.
Ромочка, братишечка, мой ты кукушечка. Вот, я его нашел. Швеарус, я дал тебе, Ромочка. Швеарус, Ромка, я тебе дал. Итак, ребята, встаньте, пожалуйста. Пасеки, поприветствуйте нового пита, модератора. Модератора чата, пацаны, бля. Новых модераторов мы вот так в полете вот приветствуем. Ну так, смотря. Вот, приветствуем, Ромочку. Передай привет жене Дениса Алине. Передаю привет жене Дениса Алине. А? Кто это? Привет, может, хочешь установить систему охлаждения на компьютер? Не, спасибо, голос чат, не надо. Привет, Алинка. Что значит, Алинка? Привет, привет. Ты зачем велик сломала, не ломала? Алина, передай Денису, что у него самолет упал. Я не Алина. Привет, передай. Райбан, тебе привет. Дырочка будет? Нет. Извиняйся, нет. Где на расстояние? 24. Скорость? 157. Понял, принял. 157 метров. Километров. Пошел нахуй. Колесики нижние. Сообщают, что в Новосибирске упал самолет Блэковых авиалиний. Все 300 пассажиров, кто был на борту, померли, кроме командира судна, который катапультировался. Аккуратно, держи. Айбаля, Олька, встречи. Держи. Держи. Держи, держи, держи. Держи. Олька, ой, выходи. Жма подлетает. Понял, принял, жма. Капитан, жма на дроте, пожалуйста. Все, малый-малый, самый малый газ. 300. Олька, зайка, кошка. Все. Пасеки, 200. Прощайте. Все, слушай. Воздушный тормоз. 100. Реверс, реверс. Рано, касания не было. 20. Чуть-чуть передочек. Есть. Воздушный тормоз. Рами. Все. Олька, выходи. Все, пасеки. Все, все, пасеки. Нашли лисаду, сели как женщина. Ля, красиво. Красавец старый. Да. Я думал, мы сдохнем. Не, пасеки. Мы с заботой о енотах. Все под контролем. Куда ты едешь, блядь? Тихо, ты. Господи, мы летели 3 часа и приземлился. Да? Ура, зябло, мы будем ты как жить. Хотел. Слава авиакомпании Жмых Эрлайнс. Жмышенко. Да поляшусь садится, это же бред. А как ты хотел это Донбасс? Блядь, ты че дурак, тут аэропорты были. Были. А, вот он, этот, есть тормоз. Я здесь. О, привет, я взлетал. О, все. Все, пас, смерч. Да! Это не считается! Аллилуйя! Вот это бан. Деда, да. Оцени, пожалуйста, концепцию HTTPS двоеточие. А, бан. Тут даже оценивать ничего не надо. Просто за баню молча идешь ты отсюда. Понял? За ВДВ! Пана! За ВДВ! За ВДВ! За ВДВ! За ВДВ! Я поднимаю бокал пива, я купаюсь в фонтане, я плескаюсь как кокаина. За ВДВ! За ВДВ! За ВДВ, пацики! За ВДВ! Блять. Что это за бред? Я так и знал. Я ж так и знал, что это паскуда, сука, подхалимщик, шкурка. Чмо, сука. Да. А где именно тут главная дверь и здание в этом? Я не совсем понимаю. Ой, блять! Здрасте. Опа. Что?
Кого? Аглейка. Аглейка, знаешь? Кого? Аглейка. Глэка. Глэка. Нет, не знаю. Глэка. Не знаю. Врёшь. Не Паша случайно? Не знаю, тут пишет. 220 ему, кстати, Паша. Пришивали по моему. Тут что-то. Да не знаю я таких. Реально не знаю.